Сегодня у нас 12 июля 2016 года. Это мы находимся рядом с Потеряевкой, Мамонтовский район. Вон там разъезд видно, железнодорожный. Будка стоит. Вот в этих, вот там за кустами деревня сама находится, Потеряевка. Вот, и здесь мы вот пришли ягоды собирать, клубнику. Это мы находимся, Рыжковский пруд называется, где мы работали, восстанавливали, делали, чтобы потом трактор засыпал дамбу, вон видно, слеги лежат. Вот мы прошли недавно, я потом покажу на обратном пути. И вот пришли клубнику собирать. Но здесь места открытые, трава редкая и жаркие места, жаркое, вот второй день уже жарко, и уже ягод не так много, то есть быстро высыхается. Посмотрим, что они тут собирают. Она есть, конечно, ягода, но не так много ее здесь. Запах такой ароматный идет от травы. О, это Вика уже, он сколько насобирала. Молодец. Вот ягодку растоптали. Тут уходят и ягоды. Можно вообще-то есть? Только немного. Ксюша, как обычно, разлеглась. О, видно, что собирает ягодки. Вот. Вот тут места. Как бы низинка такая в канавке. Но здесь ягодка есть. Вот. О, здесь у вас ягодка есть. Как бы разгребайте это кустики, и ягодки будут видно. Вон Маша, вон Соня. Соня, сколько она собирала? Показывай. Ух ты, какая молодец. О, Маша, а ты сколько она собирала? Ну-ка покажи. Покажи кружку. Этот. Так, Кирилл. Показывай, показывай, сколько она собирала. О, что-то у тебя мало. У Сони больше, у Сони больше. Ты приседай, приседай. Приседай и кустики раздвигай. И так дальше ползи, вот иди. А так вы верхушки собираете, ходите. Вот она. Да. Вот она, вон. Все. Тут полянки маленькие. Там вот мы на разъезде, когда были, там большие поляны. Быстро собирали. Ну даст Бог, после обеда туда пойдем, наверное. Если здесь еще больше ничего не найдем. Так, и вон там тоже отдельно ребята собирают. До них посмотрим сейчас. Собирай, собирай, Неста, собирай. Не будь таким жадным. У вас тут полянка-то маленькая. Все. Вот. Влюбились в него. Особенно Ксюша с Викой. Вот Нестор собирает. Так, о, ягоды. Поаккуратнее по ягодам не ползаем. Ты смотри, он прошелся, по всем ягодам раздавил. Ты их раздвигай. Ягоды раздвигай. А? Ну, может, вот так. Можно еще одну ягодку съесть. Ага. Стоп. Ну вот так. Видите, вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Хотел.